Друзья, привет! Я вам хочу показать, как растет плод нуни. Тот самый нуни, который мы нашли в центре бассейна отеля. Вот вначале у него зависть, потом цветочек, потом плод. А вот здесь был спелый, его уже сорвали. И каждые две недели созревает новый плод. Каждые две недели отрастает веточка, появляется зависть, цветочек и плод.